Карнавальное представление собрало на продуктовом рынке в центре Мюнхена сотни зрителей. На сцене профессиональные продавцы. Обычно эти женщины стоят за прилавком, но раз в году переодеваются в красочные костюмы и развлекают зрителей танцами и песнями. Так они отмечают завершение карнавала «Фастнахт» и начало Великого Поста. Горожане ждут этого праздника с нетерпением. Приезжают посмотреть и туристы. Ничего подобного раньше не видела. Я живу недалеко от Кёльна, где карнавал проходит грандиозно. Но здесь душевнее. Я рада оказаться на празднике. Все здорово, костюмы прекрасные и атмосфера чудесная, несмотря на погоду. Мне это знакомо уже 30 лет. Я люблю танцевать, это важно для меня. Праздник так и называется – «Танец рыночных продавщиц». Его проводят ежегодно в конце сезона карнавалов, известного как «Пятое время года». Фестиваль стартует 11 ноября в 11 часов 11 минут. Завершается он в пепельную среду, когда у верующих начинается пост. Подобные празднества устраивали в Германии с древних времен. Так языческие племена пытались прогнать зиму. Позже эти традиции переплелись с христианскими, и возник современный карнавал «Фастнахт».